Me encantó. Что-то у меня плохо заходит сейчас. Cannot join host Блин, а without. ну ты подключился? Я нажал бы. А то тебя нету. А, я есть на меня, у я меня не знаю, что слышно. У меня игра завис. Сейчас пойдем. Пошли. А. Ты у меня какой-то был косяк вообще, я не знаю, что с циклами будет. У меня тоже был косяк, потому что я не смог подключиться с первого раза. А, у меня игра зависла, ну прям все, анимация прекратилась. Но интересно. Потом ты после появился. Ладно, и я один, я один появился. Ага, ну скорее, ну я короче нажал, у меня ошибка вылетела, я еще раз переподключился. Видимо, что-то пошло не так. Что хотел сказать, Анон, пиши нормально, а то я не читабельно, я не понимаю. Ну блин, надо 3 часа вчитываться, чтобы понять. Да, остальные там луны крадут, весну крадут, или просто там что-то погода их не устраивала и туманы напустили там. Когда-нибудь ты умрешь на этом скипеду раз. А, Уцуха норм, она получила силу это, ну, атомного, как термоядерного синтеза и посчитала, что этого хватит, чтобы мир захватить. Норм. Да, сюжет тоха. Беспощадный. К психике игроков. Это плохо, ладно, нормально. Цель была, по-моему, хорошая в тот раз. Нет. Ты долго вверх не выцелил, кажется. Но долго это, по-моему, с третьего, что ли, прыжка. Может, я путаю, мы же два забега делали. А, в Zero Game из-за Redire слил. Анон. VR слил. Кто из VR слил из-за Redire? Анон. А, почему из-за меня? Ну, не знаю, но я верю. Причем здесь я вообще... Если анонс слил Zero Game VR, это значит, что кто-то бегает Zero Game кроме Анона. Ну да. Блин, ладно. Я не знаю, что такое Zero Game. Это фангейм, кажется. Фангейм? Я видел, как анонс стримил Zero Game, и он делал это в категории I wanna be the guy. Ну типа саму игру ты не видел, что ли? Здесь я помню, когда... Потому что мир RDR. Да блин, я не умею это делать. Ладно, потом... Не, это я помню, что на фангейм-марафоне будет гонка по Zero Game, ты говорил, но это не отменяет факта того, что я не знаю, что это за игра. Ну, с учетом какие у нас там фейлы дальше были, я думаю, можно с таким первым миром жить. Мы точно? Мы сейчас 100% бежим, да? Да. У нас не было фейлов. Ну... На втором стадии. Да. И на и Соника можно улучшить. Смотри, ну сколько у нас? 54, ты сказал? Что 54? Время итоговое. Да, 54.02. Ну, можно делать 47. Да, а сам FPS 47.38. Это хорошо. Ну лол. А я не пошел. Ты верил в меня. Да. О. Что-то мне этот цвет плохо идет. Ну у меня он всегда шел хуже, чем у тебя шел обычно. Так. Что-то одинокие шипы доставляют мне больше всего проблем с ним. Ну это же потолочный инверт. Да. Ты прав. Невозможный прыжок. Делает мин. Да, ну хватит.
Нифига, мне повезло. Так, я тогда за секреткой иду. Андре, судя по всему, True Master of the Virtual World. Какой был сюжет на игре с Фландре? Блин, я не помню. Ну блин, я сейчас бы все сюжеты Тоху помнить, ну серьезно. Откуда я знаю? Ты явно знаешь больше, чем я. Ну больше, но не до такой степени. Нет, я помню про весну, это было Perfect Cherry Blossom, я в ней играл. Кажется, сейчас могу. Но там было что-то про погоду, я не помню. Да, наверное. А, ну я не помню. Не, просто я же проходил большинство частей по одному разу. И на плохую концовку. Ну, типа, на нормале с контами осилил, и все. Поэтому. А и сюжет далеко не везде был на русском, и даже на. Ну, на английском почти везде вроде был. Но. Блин. Это вот такой кривой, это все ж фанатские переводы. Так что. Ну, как я и говорил, ну, как и думал, мы будем постоянно здесь ухудшаться. Ну, сейчас был плохой забег просто. Ну, по сравнению с тем, который был до этого, это был бы еще нормально, мы особо в плюс бы не ушли. Может, чуть-чуть совсем. Ну, а по сравнению с тем идеальным, который у нас сейчас был, то, конечно. А сколько у нас? Минус 20? Минус 30? Плюс, в смысле, да? Плюс, ну, да. Плюс 40. Понятно. И, кстати, от VR плюс 40.1, то есть у нас мы в такт с VR шли в том забеге. Ой. Ну я не знаю, как здесь выживать, блин. Нам надо обоим выживать там. Ну я не привык к этому боссу. Ну, особенно к спидран-стратегии. Мы на мастере играли. Да, он на мастере другой. Мы использовали другую страту. Ну я хотел убить ее. Ну, и я. Ты убивай. Ну я вроде влил максимум свой. Ну или около того. Ну, вообще не важно, если я умираю. В смысле не важно? Ну, если ты не умрешь, то мы не теряем ничего. Ну. Зато мы урон дальше. Господи, на одну фазу надо выжить в одиночку, ну тоже место. Это... Я вообще всего баба выживал в конце, и ничего. Так время-то, ну. Ну блин, да, жалко. Не, здесь время-то ничего не теряется. Не, ну если бы мы... Я не умею. Просто не надо этого делать. Забей. Просто я имею в виду, если бы мы убили за один цикл, то время бы сэкономилось. Ну да. Не, я к тому, что я нанес максимальный урон. Я умер после того, как мог наносить урон. А почему тогда мы не добили? Потому что кто-то плохо сдамажил, либо я, либо ты, я не знаю. Ну ладно. Ну, мне показалось, что ты прыгнул поздновато, но... Ну, хорошо. Нет, я умер уже от вертикальной стены. Не, я именно ты прыгнул рановато, чтобы стрелять. Ну, может быть, может быть. Типа, там же еще можно учесть, что пулька летит, ну, если не моментально.
Готов? Угу. Бери. Назад, назад. Да, правильно. Все есть. Ой, мне не было этой. Да, ты первый ставишь здесь. И сейвы не берем. Да, да. Черт, не проли. Я не могу взять сейф, должен сам пролезть. Нормально. Ну блин. Ну, пока. А мне этот второй мир намного больше нравится. А я бомбу взял? Ты должен был это делать. Ну ладно. Ты хост. Внезапно. Ой, важно. Еще одна. Ага. Ну, там сейвы не берутся, чтобы хитрость была одна. Чтобы секретку взять. Чтобы, когда мы сейчас дойдем до места, где секретка висит высоко, мы там нажали кнопку reset, и внезапно у нас появились бы конфетки. Игра устроена так, то что когда ты начинаешь возвращаться с конфетками, то все сейвы начинают давать конфетку. И это свойство у сейвов отнимается, когда ты начинаешь проходить все нормально. Поэтому хитрость в том, то, чтобы пройти все нормально сначала, потом нажать на ресет, вернуться туда, опять получить это свойство у сейвов, потом опять взять сейв уже в конце, не проходя, и вернуться. Короче, там есть триггер, который отнимает. Я не смог. Ауч. Не делай так, зачем на хороших забегах этих? Дурацкий скип. Ты приучил. Я вообще молчал всегда. Да, всегда. Последние 15 забегов точно. Ну потому что ты меня уже задолбал этим, и я в итоге научился. Всё, даже. Я... Хорошо, теперь я буду задолбать тебя тем, что ты там умираешь. Просто смирись, я буду задалбывать тебя здесь всегда. Да. А, только я не могу, мы спрашиваем. Ну, если бы мы ресет не нажимали, ты бы мог. Но мы на авойденсе ресетались, и не только, мы еще на бомбах ресетались. Если это... Эта стена возникает только после ресета. Ну, все равно отыгрались.
Не отыграться было бы. Если бы мы не отыграли здесь, надо было рисовать. Золото лол. Да. Но это был хороший забег, кроме бомб. И авойденс. То есть он довольно плохой. Ну не важно. Нормально, сойдет. На конфетках обычно. На конфетках больше всего времени теряется. И мы их прошли идеально. И я хост. Я слева появляюсь сейчас. Не запутайся на аллилуйе там. Не, я не запутаюсь. А, я запутаюсь на аллилуйе, точно. Да. Не, ну, я запутываюсь, но я один раз запутался тоже в самом начале, а потом я понял, что там очень много времени, можно распутаться успеть. Ну. Можно умереть только если запутался, а потом еще раз запутался от того, что запутался. Ну лучше просто мозг активировать, на всякий случай. Да. Активировать мозг можно всегда. Вот до чего я прыгнул. А-а-а. Ну тогда ладно. Хотел получить ачивку за, не знаю, дотронуться до червяка, дотронуться до камелии. Ты, кстати, ну ладно, не кстати, но раз то, что про камелию вспомнил, ты же это, у тебя теперь все рипнули 40 кристаллов. А, да, я помню. Я даже не знал, что его можно взять. Да? Не, я точно знал, что именно вот он так предназначен, что ты полетишь, он возьмёт. Я думал, там специально троллинг, чтобы так нельзя было брать. Оказалось, хитрость. Ну, бог с ним. Так, что сейчас за так, аслы? Отлично. Ты будешь прыгать под осла? О! Я прыгнул под осла. Ты в доме? Угу. Вау. Неизвестно, отыгрались или нет, у нас там сплита не было. Ну, от ВР мы плюс 35 идем. Угу. Ну, все, что на первой стадии проиграли. Угу. Сейчас будем идти хуже. Не, а у них, по-моему, на ВР, кстати, не было First Try Kongo, потому что First Try Kongo невозможен. Меня. Нет, в тебя, в тебя, в тебя первый. Фух. Что-то он, конечно, невозможно. Сейчас узнаешь, что невозможно. Идеальный спон. По-моему, просто они мало в барашевые дэнсы играли. Это тебе сейчас кажется, потом нам два раза повезло, потом нам перестанет. А, да, 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 да. Знаем, прохладная история. Ну бывает же, правда. На самом деле рандом был достаточно плохой. Да ладно. Ну, у меня был, ну не знаю, у меня было тяжело, ну, микрить. Смотри, на последней атаке она была в самом низу, можно было не прыгая ее от дома. Не, вот когда она именно сверху, мне лично было довольно тяжело микрить. Минус 1.08 у нас, и мы опережаем ВР. Сейчас еще больше опережать начнем. Ой, надо ресет нажать. Да что? Возьми сейф. За что? Ладно. Сложно. Я не могу. Так, ты на R? Нет, я не на R. Все, можешь на R идти.
Блин, ты мои платформы забрал, и я не знаю, как туда идти. Ну, придумай что-нибудь. Ой, ты не наверх? Нет, нет. Я на сейве. А, вправо, ага. Ну, это было не так плохо. Ну, я с первой попытки прошел. Ну, да. Зараза, ресет. А может и не ресет, я не знаю. Блин, я куплю. Тут есть одна страта. Ты мог... Ну ладно. Ты мог встать на платформу. Ну, мог, да. Я не... Я жив. Есть еще один скилл, который позволяет тебе и мне обоим получить телепорт на том экране. И это проходит совсем по-другому, мы оба делаем скилл, и все намного быстрее. Надо посмотреть на этой области, но тебе надо будет сделать довольно тонкий прыжок на ТП. Ну, это значит рип. Не, ну на самом деле ты можешь просто сделать мою часть, сделать вот этот прыжок ТП, он в принципе не очень сложный. А я могу попробовать сделать более тонкий прыжок. Это было близко. Это всегда близко. Наверное. Наверное, просто на моем экране это выглядело близко. Да. Блин, что-то я фигню сделал, как обычно. Важно. Блин, швейная иголка, это, конечно, блин, вообще троллит. Мы оба в ресет попадем в любом случае. Он про что сейчас? Не знаю. Фреза Смайлинг Маднес. Не понимаю, про что ты снял. Про какой сигнал. А, в той комнате, где ты со скипом идешь, а я нет. Где телепорты и стены. Нет, мы оба сверху начнем. Чем мы оба на ресет. Потом мы просто по очереди распределяемся. Самый важный сейф. Все нормально? Да. Я что-то рановато это сделал, ну ладно. Сойдет, Смайлинг Мэднесс. Пока. Ты долго что-то думаешь. Так, что там пропустил? Вроде ничего не пропустил. Ресет. Давно такого не было. Никогда, я бы сказал. Нет, ну был, ну вообще смерти была, но не конкретно на этом скипе. Ну помнишь, ты что-то там на первых еще забегах что-то фейлился? Ну на первых может быть, да. Не, там был как это правда, косяк, причем несколько раз подряд, я помню. В том прыжке ты попадаешь на платформу с резетом, хотя если по очереди прыгать, да, может и быстрее будет. Ну, попадаешь, это когда ты вниз спрыгиваешь, а начинаешь ты сверху. Mm-hmm.
невозможный прыжок. Я, кстати, стоял. Ничего не видел, ничего не знаю. Помню, раньше тут фейлился. Помнишь, как мы когда-то умирали на этом экране? Можешь сойти. Прыгай, 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 скорее, скорее, скорее. Что? А, у меня, видимо, не было платформы. Ну не да. Все по-другому. Да это какая разница? Придется поставить. Так, мы за секреткой идем, не забудь. Чё? Ладно. Ну ты, конечно, так лучше не ставь в следующий раз. Ну, да! Не отвлекай меня. Видишь, а все за то, что мы поменялись, и я точно не знал, где платформы стоят. Ну, конечно. Да ё-моё, невозможно прыжок. Да как я не попадаю по этой тупой платформе? Сейчас будем позади. Не надо. Но время, может, не потеряем. Это возможно. Каким образом мы впереди VR? У них что там? Четвертый мир, что ли, вообще какой-то ужасный или что? Как мы можем впереди VR быть? Ну, потому что у нас скип на третьем мире. Да, они же не сделали, все, я понял. Ненавижу этого босса. Больше уже доставляет, чем Дементио. Честно. Нормальный босс. Просто умирать не надо. Мне Дементио меньше нравится. Ну, блин, для спидранами уже стало Дементио больше нравиться. Я не знаю. Но он, по крайней мере, стабильнее. Ну, хотя... Какой-то новый баг с Smiling Madness. На всех ранах сейчас шмакозе всегда открыт или что-то в этом роде. Ну, по идее, это можно использовать. Блин, все не так, как обычно. Это очень сложно обузить, особенно учитывая, что с текущих правил требуется собрать все секреты. Нет, требуется, подожди, вроде собрать Марио Айтем, нет? Нет. Почитай правила, там написано собрать все секреты и убить всех секретных боссов. А, ну ладно, тогда. Все неправильно.
Серьезно? Ну его можно было убить с оптимальным уроном. Ну ты типа два выстрела или один выстрел промазал. Кстати, от его положения зависит, как под каким углом тут летят тоже эти штуки. Ну да. Чем позже ты его убьешь, тем хуже. То есть ты делал сейв страту на последнюю атаку, очевидно. Ну мы, разумеется, дохрена отыграли. Рисуй нами. А, теперь моя очередь. Давай. Да, я умер, потому что я не ожидал такого порядка на последней атаке, потому что в этот раз я был сюда был постом, а не я. Что обычно не происходит. Поэтому очередность ракет была другая. А, надо не умереть? Или чё? Или пофиг? Не, не важно. А то я умер за праздники. Ну ты не можешь нажать ресет. Не войди в шип. Да, я ж хост, да, или чё? Да, ё-моё, когда-нибудь. Ну вот сейчас твой шанс. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, твои зрители могли теперь увидеть баг с обоих сторон. Ну, и не первый раз на самом деле так-то. Ну, вроде было уже, да. Но в этот раз они могли за один стрим увидеть. Я забыл монетку вначале подобрать. Да, потом возьму. Не, я, кстати, разыгрался вроде. Сейчас нормально идет все. Сейчас суеверный редактор скажешь, зачем я это сказал. Не знаю. Все в твоих руках стало. У меня пока все идеально. Ну, кроме монет, но это не теряет время. Я просто очередность неправильно делал. Я на сейве. Я на хай. Последняя монетка сверху сейв. Не, это... не последняя, я умер. Так что лучше не умирай. Сверху сейва еще есть монетка. Ты можешь взять инкс. Взял ее. Понял. Ты можешь reset нажимать. Я просто внизу монетку брал так. Не так. А! Пиратская табличка сбивает стол. Отлично. Хоть раз. В наших первых двух забегах мы проходили этот сегмент с первой попытки. Да. Так, вот это не вафли, это же простой сегмент. Серьезно. Ты кому говоришь? Сейчас твоя очередь проходить. Ну, с нам обоим говорю. Мы оба вафлили. Ты иди. Ну, в принципе, тебе смысла в этом скипе нету, если все равно меня ждать.
Ладно, не ладно. А подожди. Ладно, пропусти. Его надо тренировать получше. Я не знаю точно, как его делать. В смысле, я знаю, надо сделать два полных прыжка. Но это сложно. Я не уверен, что это того стоит. Но по идее, если все идеально делают, то вообще не стоит. Какая разница? Вопрос в том, насколько это сложно и насколько... Ну, все равно двое... Проблема в том, что если оба игрока это делают, то надо через ресет проходить, если ты умираешь. Если все с первой попытки, то, конечно, так. Блин. Ты мог продолжать, в принципе. Ну, слишком рано для продолжения. Молодец. Ты спас меня. На Кастельвании на последнем сегменте я тебя не вижу в этот раз. Ну да, все поменялось. На Кастельвании на последнем сегменте есть точка, где ты можешь зажать телепорт и пройти эти дурацкие лазеры. О, я вижу тебя. Ну это была мизерная потеря времени, ладно, не важно. Да, но это была безвозвратная потеря бессмертной Камиллы. Не-не-не-не-не! Оф! Что-то я рано спрыгнул, лол. Да. Смертельная Камиллы. Либо смертная. Смертельная Камиллы. И так соответствует действительности. Зачем ты нажал резет? Упс. Я даже не могу засчитать это за вафленого гонетка. Ну, блин, я там один пиксель до сейва не долетел. Как я мог нажать резет, если я умер? Ну как? Ты можешь нажать резет, когда ты умираешь. Блин, почему? Ладно. Все потому, что ты не завафлил вагонетку. Я вообще забыл то, что... Ладно, не важно. Обычно это не важно. Я считаю, на этом экране Немега должен был отключать фичу нажатия ресета же. Ладно. Мы тут вафлились много довольно. Пипец, сейчас там. Ну что это? Ну это плохо. Здесь мертвый игрок не может нажимать ресет, а там может, не логично. То может ему. Или может тут. По-моему, может. Никогда этого не узнаем.
Сделай скип. Не. Я даже не понимаю, как толком. Да вот так, все просто. Не убери, не умри. Здесь быстрый цикл. Нет. Ой, зачем я это сделал? Блин. Да что я делаю? Давай, тыкай, я туплю. Ой, я думал, вообще... Я все включил? Нет, почему я что-то забыл? Да, я забыл вот эту платформу. Ну, справился. О! А тут что, лед что ли включили? Как я соскочил? Я встал, но потом упал. Неужели я кнопку задел? Да лол, не может кнопку, быть. Кнопку? Какую кнопку? Ну, на клавиатуре. А. Чё-то прям вообще не верится. По-моему, он соскочил просто. Просто вини не мягу. Да. Чё, хорошо? Тепло. Ну почему ты жив? Потому что я мастер этой игры. Ненавижу эту фигню. Не-не-не, да, это. Быстрее, чем обычно в этот раз. Да? Ну, мне так показалось. Ну, вроде примерно все как обычно делал. Казалось мне. Да, блин, когда-нибудь... Нет, зачем ты? Сука! Куда ты быстрый старт, бессмысленный? Мне не очень нравится эта страна. Мне больше моя нравится. Ну там можно войти в шип случайно. Какая твоя? А это чья? Что-то я поздновато, по-моему, полетел. Ой, не важно. Фух. 44 ровно сейчас. Хороший замет. Золото. Улучшаемо, кстати. Так прикидывать. Но Марио был очень хороший, кастрирование было хорошее. Камилия была с пары смертей, но так... Ну давай смотивируем их пробежать, потому что у нас, ну ты понимаешь, у нас свой рпейс. На тебя вся надежда. Рпейс в твоих руках. Нет, возможно, что если будет только один, то может и не будет рпейс. То есть там хз непонятно. Так что давай надо вдвоём. Как обычно, ты, блин, на меня вешаешь, ВР. Какого хрена?
Поехали. Ну, все равно мы боремся с BB хотя бы. Так что не расслабляйся. Все потому, что вагонетки рестартнул. Это бил солнце. Тебя не слышно, кстати, но неважно, забей. Ну молодец, молодец. Конечно, ну понятно, не VR, но очень хороший бит. Ну не умри, конечно. Окей, ладно, все, проехали. Сойдет. Да, ну, хороший очень забег, сейчас хорошее время будет. Сейчас
Сейчас дойдем. Портал не прыгнем. Угу. Шмакоты не сойдем. Да, лучше, чем был. 50-56. То есть мы сегодня почти на 10 минут улучшили свое время. Ну, даже без скипа это 8 минут. Ну, то есть у нас сейчас-то реально хороший забег был. Угу. Мы, в принципе, ну, понятно, мы там до Фландры, да, но по сравнению с предыдущим забегом ухудшились. Потом мы ухудшились... Ну, видишь, а ты переживал по поводу забега с ПБ, типа, плохое ПБ, видишь, мы все исправили. Да. Чего мы... О, где можно улучшать? Смотри, сейчас. Мы ухудшились довольно сильно на стейдж 3. Третьей стадии? На, сколько сейчас скажу, на секунд 40, конечно, ухудшились. То есть это считаешь, что уже вот там почти ДВР разница, да? Потом мы... Ну, на Дементию, на минуту, полторы минуты. Ну, ты сейчас по сравнению с ВР смотришь? Нет, с нашим забегом. А если с ВР сравнивать? А, не знаю, у меня же нету прям этого наглядно. А, ну ладно. А, ну в смысле, ну понятно, что от ВР мы на плюс 1.13, но каждый стрит-то не вижу.